Всем привет! С вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И меня многие просили снять видеоурок, как сделать слоу-моушен без рук на Android. А если ты уже знаешь, как это делать, то досмотри видео до конца. Может быть, именно тебе я передала привет. Или ты узнаешь для себя что-то новенькое. И как всегда, в каждом видео я передаю приветики. И сегодня я передаю каналам. Али Алиса, она просила передать снежинку. Держи. Алина Плей, Анель Шоу, Виктория Поклонова, Владислава Сторожева, Даша Гаврилюк, Дашка Кош, Диана Кэт, Екатерина Лав, Зе Даяна, Любовь Андреевна, Мадина БМС, Мариана Лайт, Марина Пикчер, Ниника Ниника, Овсянка, Ольга, Радуга Цвет Спорт Лиза, Саша Вовк, Сопа Сопа, Софья про все, Софья Ефимова, Старлайк Шоу, Наталья Кудрявцева, Александр Захаров, Андрей Марцев, Вероника Kids TV, Виталинка Витаминка, Есения Весенняя, Ника Илай и Эльвина. Привет! И смотрим видео одного лайкера. Вот эта девочка, она нарисовала мне рисунок. Боже мой, мне так приятно. Спасибо большое. Я хочу его выставить в Инстаграм. Так давайте смотреть видео. Вот ее аккаунт, давайте смотреть, давайте. У тебя очень прикольно получилось. Продолжай в том же духе и не забывай писать хэштег Снежана Снежок. А перед тем, как мы начнем, подпишитесь на меня в Ютубе, на меня в лайки и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Итак, я вам расскажу про три программы, в которых можно сделать слоумо. Честно говоря, я редко пользуюсь этими программами для слоумо. Я сразу снимаю в лайк на 0.3x или на 0.5x. Ну так как вы просили рассказать, вот я и рассказываю. Это программа KineMaster. Она есть как и на Android, так и на iPhone. Effectum. Эта программа есть только на Android. И VideoSpeed. Она есть только на iPhone. Давайте рассмотрим каждую программу отдельно. Сначала я сниму слоумо сразу в лайк. Зайдем в лайк. Нажмем снимать видео. И выберем музыку. Слоумо. И выберем. Я выберу вот эту. Мое лицо. Но мне нравится, прикольно получилось. Можно вылаживать, а можно добавить эффекты. Я добавлю вот такой глюк. Добавлю еще шейк. А вот так теперь очень круто получилось. Пишем хэштеги и вылаживаем.
покажу, как можно смонтировать в каймастере. Зайдем в лайк, я буду снимать сразу в лайк. Нажмем снимать видео. Выберем музыку. Подойдет. Я буду снимать на эту заднюю камеру, поэтому я переворачиваю камеру и ставлю телефон. Я снимать буду на 1x. Включаем. Надо поле притоптать. Надо поле притоптать. Надо поле притоптать. Заходим в Кайнмастер. Нажимаем на плюсик. Выбираем размер 16:9. Мультмедиа, видео, все. И выбираем наше видео. Вот оно. Нажимаем на галочку. Выбираем место, где у нас будет начинаться слоумо, и разрезаем. Выделяем кусочек видео и убираем звук до нуля. И таким образом с другим кусочком. И теперь обратно нажимаем мультмедиа и добавляем это же видео. Все. И добавляем видео. Нажимаем на галочку. Выделяем, нажимаем на ножнички и самое последнее, извлечь аудио. И теперь подвигаем наше аудио к нашему видео. Ненужное видео удаляем. Теперь мы должны замедлить наш второй кусочек. Выделяем его и нажимаем на управление скоростью. Ставим на 0.25. Обрезаем ненужную часть. Я обрежу сразу под музыку. Теперь можно сохранить и загрузить в лайк. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Надо поле притоптать. А сейчас я вам покажу, как обработать слоумо, видео, спид и эффектом. Тоже я зайду в лайк и сниму видео. Снять и выберу музыку. Я выберу вот эту. Применить. Ставлю на штатив. И сохраняем как частное. Ну как вам моя причухана? Красивенькая? Заходим в программу Video Speed. Нажимаем All Video. Выбираем наше видео. Нажимаем Choose. Выбрать. И вы видите, что у нас есть такие линии и точки. Вот они и выставляют скорость. Мы можем двигать ними вверх. Запись убыстряется. И вниз. Запись замедляет. При этом можно создавать еще новые точки. Нажать пальцем и подержать на красной линии. Смотрите, это зеленая точка, которую я только что создала. Каждый раз, когда я хочу что-то замедлить, я увожу точку вниз. Теперь смотрим окончательный вариант. Нажимаем Save. В нижней панельке у нас тоже есть кнопочка Save. Нажимаем.
и нажимаем «Хоум». Наше видео готово! Если ты с собой хорош, Ёж, а где твой Порш? Порш, Порш. Заходим в программу «Эффектум». Выбираем самое последнее слово «And Fast». Выбираем наше видео. Вот оно. Нажимаем «Дальше». Нажимаем «Дальше». У нас внизу есть две иконки. Быстро и медленно. Это почти так же самое, как в лайке. Мы наводим на место, где мы хотим, чтобы начиналось слово. И тоже нажимаем и удерживаем слово. Вот так. Нажимаем «Готово». Здесь тоже можно добавить несколько фильтров. Но я добавлять ничего не буду. Если ты с собой хорош, Ёж, а где твой Порш? Порш, Порш. И смотрим еще видео лайкера. Вот его аккаунт, и давайте смотреть. Че, сегодня гуляем? Считайте, я уже с вами. Сейчас я маме позвоню. Алло, мам, сегодня, короче, с пацаном. Нет! У тебя очень круто получилось. Продолжай в том же духе. Очень развеселила меня. Тебе огромный лайк. Ну, на этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось. И оно было вам очень полезно. И вы снимете такое же видео. А когда снимете, пишите хэштег «Снежана Снежок». Я обязательно вас зайду и лайкну. Муа! Всех люблю! Пока-пока!